Ваську. Сами мы сегодня будем производить монтаж теплицы арочной 2,5 метра шириной, 3 длиной. На данном этапе мы будем производить сборку бруса. Брус у нас 100 на 100, пропитан, обработанный. Клиенты уже подготовили тут площадку под брус. После скручивания бруса будем собирать каркас. Вторая часть монтажа у нас. Каркас собрали, поставили. Одновременно производили сборку торцов. Обшивали поликарбонатом, накручивали двери, форточки. Сейчас накинули листы поликарбоната. И будем сейчас прокручивать их. Кинули, прихватили, натянули. Сейчас прокручивать будем. Третья часть монтажа. Закончили уже все делать. Поликарбонат прокрутили. Фурнитуру все накрутили на двери. Теплица готова к сдаче. Добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня производился монтаж теплицы арочной. Ширина у нее 2,5 метра, длина 3 метра. Поликарбонат использовался актуаль 4-миллиметровый. Брус наш 100 на 100. Каркас мы закрепили к брусу. Каркас изготовлен из оцинкованной трубы, покрашен в белый цвет. Сейчас подойдем поближе. На торцах одета уплотнительная резинка в цвет каркаса. На этом торце у нас дверь-форточка. Все это спокойно открывается и фиксируется вот на крючок. Можно как целиком дверь зафиксировать, так и отдельно форточку, а дверь можно оставить закрытой. Другой торец у нас глухой, с форточкой для проветривания, также фиксируется за крючок. На этом все. Не забываем подписываться и смотреть новые выпуски.